день выдался, скажем, тяжелый. И если, как многие пишут, в чемпионате СНГ мы взяли 4 очка. Это очень хорошо, потому что обыграли сегодня очень сильную команду «Черноморец» Одесса 1-0. И с очень сильной командой «Металлург» Донецк играли. Значит, и в принципе выдержали то напряжение, играли все 90 минут. Почти 90% состава. И в первом, во втором матче были только сделаны две замены. И, скажем, это делалось осознанно, и чтобы игрокам, ну, скажем, привить эту игровую терпимость. Она видно, что уже эти качества у них есть. Сейчас мы переходим, скажем так, более такой работе, скажем, будем выходить с нагрузок. Еще до чемпионата 2 недели, и думаю, проведем еще уже 2 матча, и, скажем, до этих 2 матчей уже будем готовиться очень спокойно. Очень хорошие игры получились, почему они получились действительно как в чемпионате. Все сыграли довольно-таки на хорошем уровне, и я всеми доволен, честно. И Кабаре в первом матче, скажем так, можно сказать, с колес играл человек. Особенно во втором тайме оставил хорошее впечатление. Значит, и Аделай в первом матче оставил очень хорошее впечатление. И, значит, естественно, Шандау и Леандро. Значит, они так гармонично влились в команду. Я думаю, что дальше мы еще будем усиливать его. Можно сказать, что так, 2 основных состава играло сегодня с 2 разными командами. Мы восстановимся после этих 2 игр, скажем, уже работа будет строиться в таком более спокойном режиме. И я, как сказал, мы будем выходить вот с этих нагрузок, чтобы, ну, скажем, более стать быстрее и мощнее.